Всем привет, ребят, с вами Кайл. И перед этим роликом я хотел бы сделать такое небольшое вступление. Я хотел бы всех поблагодарить за почти 1000 подписчиков на моем канале. Как и обещал, я выложу свой пак, но поскольку сейчас уже там многие поднялись чуть-чуть и понакупали себе приватных паков, то я добавлю в свой пак некоторые приватные ЦК, там может пару матов, ну, материалов, я имею, каких-то эффектов кину. Вот, ну, в общем, я вас не кину, ребят, как обещал, на 1К выкладываю свой пак, он будет неплохим, положу туда, наверное, эффекты, которыми я чаще всего пользуюсь, да, думаю, вам это будет приятно и полезно, в принципе. По поводу фотоманипуляции, мне многие пишут то, что где они, когда же они, и... Понимаете, я тут решил просто поставить себе цель не выкладывать никаких баннеров, кроме фотоманипуляций. Ну, кроме одной, потому что у меня их уже давно не было, люди просят. Ну и так получилось, что у меня уже почти 2 недели нету роликов. Все потому, что у меня вообще категорически не хватает времени. То у меня, то я гуляю, то у меня тренировка. Ну, в общем, ребят, не получается у меня. Но, знаете... то если долго нет роликов, значит я в процессе их выполнения. Поэтому я сейчас решил выпустить хотя бы баннер, но следующий ролик, я обещаю, будет фотоманипуляции. Может быть, через 2-3 дня после этого ролика я попытаюсь выбрать себе время что-то сделать. Просто для этого еще нужно вдохновение и какая-то идея, потому что это не очень-то, в принципе, легко. Ну, наверное, все, что я вам хотел сказать. Хотел вас еще раз всех поблагодарить за... почти, ну, будем говорить уже 1000 подписчиков на моем канале. Я вас всех очень люблю. Спасибо за вашу активность, то, что она очень сильно возросла, что вы пишете хорошие комментарии, ставите мне лайки. Меня это очень радует, ребят, и это греет мне довольно-таки неплохо душу. Поэтому всем спасибо, ребят, и приятного просмотра. Stop.